Элатфильм представляет. Вас приветствую, друзья. Мы опять в Элате, май месяц. Сейчас, как всегда, прогуляемся, покажу майский Элат, и все будет нормалек. Улыбаемся и живем вечно. Смех продлевает жизнь. Пока и пошли гулять. Вот рыбка попалась. Арас, да? Арас. Ну, есть можно. Хорошая. Беседер. We'll be right back.
вот и первый улов нашего рыбака. Красавица, порядок, удача, рыбак. Перестаю удивляться красоте природы. We'll be right back.
Лучшее интернет-кафе в Элладе, товарищи. Вот хозяйка. Хозяйка, почти. Почти. Тут родные понаехали, ребята. Тут брателла ее вроде бы. Точно. А, точно, да, помнишь? Ясно. Ага, все собрались. Ладно, ребята, удачи в работе, в бизнесе. Пошли дальше. Мы опять в Элладе, как всегда, зайдем в русский магазин. Это один из лучших магазинов, где наши земляки работают. Во главе с нашей хозяйкой, красавицей. Привет! Что здесь, все нормально? Все как всегда? Отлично, да. Ну, молодцы, ребята. Успехов в работе. Удачи, здоровья. И встретимся, как всегда, в Ютубе. Пока. А это мы подошли к лучшему купаёту города Эллада, товарищи. Здравствуйте, девушка. Как работается? Все нормально? Вам удачи в труде. Всех благ. До свидания. Вот она, лучшая из лучших. Это работник огромного супермаркета. Супермаркет, точно. Что бы вы хотели передать привет? Может, есть кому передать привет? Есть одноклассники, родственники. Кому? Куда? Житомирская область. Житомирская область. Кому? Городского типа Рожен. Всем своим кумовьям. Понял. Сынуля в армии уже. Кумовьям, друзьям, всем она передает привет. Что бы хотели пожелать всем жителям планеты Земля? Здоровья и мира. Правильно. Удачи вам, товарищи. Кучу денег. Молодец. Правильно все. Вот такую корзину больших денег. Понял, все. Удачи вам в труде, долгих лет жизни. Спасибо, пока. Новый аттракцион в Ледовом дворце. Имитация полета в самолете. Новый аттракцион.